Знаешь технику, тактику пиксель? Я буду применять тут. А как драться? Ну. Сюда, лежать. Слышь, нормально общались. Ты на кого быканул? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На кого? Да! Лежать. Ну, получается, вынесли кабину? Вырезай это, перезаписываем. Обалдеть, как же это круто. Легендарное, что выпало, легендарное. Здорово всем, ребята! Прямо сегодня Кента ПК на проводе. Прямо сегодня позвал короля Бравл Старса. Вы Бравл Старс, поздоровайся. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Братанчик, я впервые в жизни играю в Бравл Квас. Расскажи, что это за игра, что тут делать надо и вообще хз. Смотри, у нас есть пупсики вот такие вот. Мы эти пупсики возьмем и пойдем на арену и будем сражаться против таких же пупсиков, как и у нас. Брат, а у меня глаза нет, это нормально? Где мой нос? Ядрить, колотить, куда глаз делся? Зато все знают, что ты выбрал с вилкой. Короче, братик, смотри, я смотрю, написано какой-то подарок в магазине. Мне подарок! Где у тебя подарок? И тут мне что-то дарят, а ну-ка. Это всем стендоферам, кто пришел в Brawl Stars, дарят такие подарки. А что это за кринжовый чел, какой-то крокодильчик, фри бравлер? Это спасатель Баз. Опа, ой-ой-ой-ой-ой, браток, он нормально кабину ломает, только по 10-бальной шкале. Он очень жестко, он, короче, подтягивается и гуркает нормально. О, мне подарили очки силы. Это, наверное, намекает, что я очень сильный. Нет. Да, давай, 10, всего лишь 10. Так, это ты что, донатить собрался или что? Короче, братва, я уже донатил 360 гемов. Холди говорит, больше не надо, ну потому что это уже и так на пределе. На что потратим деньги? На что потратим мои бабуленцы? Ну я бы для начала персонажа нормального взял, а то ты на Шелли как-то не... В смысле, а Шелли не нормальный? Смотри, у меня 5 персонажей, Эль Примо. Как-то не по киберспорте... Ой-ой-ой, брат, я уже его продейтил, смотри. Мама дорогая! Куда ты тратишь? Ну все, придется играть на Эль Прима. Не, ну ты посмотри, какая рама. Чисто пиццуха, как у меня в реальной жизни. Ну он сам, я согласен. Посмотри, на кого пальцы покажу, тут перхоть. Так, ну ладно, давай тратить гемы. Так, вот, ну что, куда нажимаем? Купим бойцов, может? Ну конечно, бойцов. Что мы еще можем купить за гемы? Тут будут не бойцов, и можем. Ну тогда заходи. Так, тебе какого? Самого сильного, самого жесткого или самого слабого? Брат, ну мне такого, чтобы кабина развалила, чтобы чулюха тупая вылетала! Ты же знаешь, что я в стендофе топ-1. Надо, чтобы я был и в Бравл Старсе топ-1. Ну смотри, я Тик-Таку советовал самых слабых, говорил, что не самые сильные. С тобой не так надо? Да, Тик-Так бот. Я говорю, я Тик-Така в нулину выношу во всех играх. Ты посмотри. На челюху этого чела. Слушай, мне такой подойдет, нет? Короче, тебе нравятся такие, да, потяжелее персы. Ну, он нормально махается. Ну, нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Ну, у него кувалда, он весь раз, наверное. У него гроб, ты ж видишь, кстати, в руке? Ё-моё, нет, не подходит, давай какой-то... Запрещенка. Смотри, мне нужен такой персонаж, что чисто полу так, ну, челюху вынес с удара. Вот наподобие Эль Прима, вот Эль Прима мой любимый. Вот надо наподобие его. Так, наподобие Эль Прима. Так, ну это значит, должен какой-то быть танк у тебя, да? То есть ты не хочешь с дальником стрелять, да? Ты хочешь. Не, брат, в упор подошел. Бочка прописал в джеб. Именно скибин. Я предлагаю Эдгара предлагаю. Очень крутой перс. А сколько он стоит? 169 гемов, это что за обдираловка? Всего лишь. У него шарф, он на шарфе летает, понял? О, нормально. Ну покупаем его, да? Ну давай. Брат, ну если не понравится, придется гемы отдать, согласен? Продашь его потом. Все. Эдгар! Так, может на него костюм какой-то купим? Брат, мне кажется, я тебе кабину вынесу, слышишь? Ты раз на раз готов выскочить со мной, чисто померить с силушкой богатырской. Ну блин, у тебя перс просто сильный. А ну, нажми на персонажа этого. Давай, нажал. Еще раз. Ага. И на тремпель нажми. Ой-ой-ой. Смотри, сколько костюмов, может костюм какой-то примеришь на него? Ну давай, мне нужен самый крутой. О, да, нормально. Пойдет, сюда на базу берем. Нет, подожди. Да куда ты? Куда ты? Ты еще не посмотрел другие. А сколько мне денег осталось, подожди? Да все уже тебя, ты все потратил. А сколько мне денег? 112 гемов, холдик, что ты наделал? Я нищий. А теперь зайди в тремпель еще раз. И теперь посмотри, что ты мог купить. А ну, нажми еще раз. Так, нажимай на тремпель. И вот он за 149, посмотри за какой. О, так, ну, в принципе.
принципе, ты заряженный уже, да? Прокачивать будешь бойца или так пойдешь? Ты подожди, мне подарок какой-то, подарок! Забирай, 500 очков силы, забирай, забирай. Ой-ой-ой-ой-ой. На что мы их потратим? Прокачивай Эдгара, конечно, на Эдгара. Боже, а Эдгаром легко управлять? Супер легко. Ты на 5 уровень, я понимаю, это уже такой нормальный. Можешь типа так напетлять кому-то, да? Да, да, конечно, конечно. Сейчас, подожди. А тебе интересно, видно будет или не? Ничего у тебя малына. Ну давай уже раз на раз с тобой выскочим, чтобы подписчики поняли, кто из нас круче. Один на один? Хорошо, нажимай тогда друзья. А у меня нет, брат, у меня нет друзей. На сколько голды будет дуэлечка? Ой, на сколько гемов? Гемов. Брат, ну давай на 1000 гемов. Готов? На 1000 гемов? Ну давай, ну чисто по-мужски зарубимся с тобой. Только смотри, только с меня мега пиар и инвайт в клан. Великолепный план, Уолтер. Все, готов, погнали. Брат, ну ты готов, я сейчас сломаю эту кабину, ребята. Хэштег снизь на кабину, погнали, ой-ой-ой. Ну давай, давай, поехали. Ты готов, раз на раз выскочим. Я буду, знаешь, технику, тактику пиксель. Я буду применять тут. А как драться, Ну-ну-ну. Сюда, лежать. Слышь, нормально общались. Ты на кого быканул? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! На кого? Да! Лежать! Ну, получается, вынесли кабину? Вырезай это, перезаписываем. Ребята, ну я скажу честно, это было легко, но это все благодаря моему скину. Ну, кстати, да, скин ты взял сильный. Он добавляет плюс к урону, кстати, плюс к скиллу. Брат, а что тут по киберспорту? Потому что мне кажется, я могу уступать после этого видеоролика. Мы можем пойти с тобой вдвоем против настоящих соперников. Давай, сломаем кабины! Давайте, я предложил дружбу, зайди в друзья. Все, я тебя приглашаю, принимай. У меня 43 кубка всего лишь? Не понял, а что так мало? Они не могли типа мне как ютуберу подсыпать чуть-чуть? Не понял. Нам надо 2 на 2 выскочить. Брат, ну я хочу поменять. Я хочу дать шанс Шелли. Шелли это нормальная малышечка. О, или Эль Прима! Эль Прима! Я его люблю! Ядрить, колотить, брат. Посмотри, эти мышцы. Давай на Эль Прима, поехали. Готов? Конечно, готов! Погнали! Тут сейчас такая будет жесткая, я тебе говорю. Сейчас будет жесткая заруба. Но мы, кстати, не 2 на 2. Тут команда состоит из 2 человек и всего 5 команд. Ну давай держаться вместе. Слышь, мой чел, я понял, в рукопашку махается, да, вот это? Да, иди, ломай, да, там я здесь буду. Короче, вместе иди, давай заныкаемся где-то в кустах, чел к нам подойдут. Ломай кабины за холдика! Это не... Брат, тише, снизу какой-то чел, хелпани, он ко мне в клочный бой идет, я не знаю, что делать. А ты справишься, ты справишься. Подожди, это реальные игроки или это боты? Ну, без шуток. Бот? Не, ну без шуток, а что они такие слабые, слышишь? Так я не знаю, может... Смотри, я там вообще хвашу, это... А, меня кто-то мочит, а, это ты. Ники настоящий... О, он в дыму сдох. Не, ну это были очень слабые игроки, да, давай что-то... Слышь, это по поводу Арткул играл против нас. Кстати, да, стиль игры похож был. Арквелл, брат, не в обиду. Брат, скоро тебе напишу, будем смс-ку записывать тоже. Ладно, погнали. Так, давай возьмем, чтобы такое, знаешь, жизнь медом не казалось, да? Ты подожди, посмотри, мне уже призы дают. Побеждай в боях каждый раз, чтобы получать призы стар. Мне еще призы какие-то хотят дать. Типа, понял, они думают, что ты стар, типа звезда, и думают тебе призы выдавать за это. Ай, спасибо. Давай, давай какой-то скин купим на Эль Прима. Скин купим на Эль Прима. Давай. А на сколько мне денег хватает? Ну, у тебя 79 геймов, можешь вот такой взять, да. Ой-ой-ой, ты посмотри на этого опасного чела. Бардак, кто бы ему дал плюс в комментарии? Оп, покупаем. Иди сюда, родненький ты мой. О, брат, я заряжен на победу, я жестко заряжен на победу. Сейчас будет тактика пиксель, тактика внезапный пуш и тактика пук-пук в Бравл Старсе. Все, сейчас жизнь малины казаться тебе не будет. Поехали, я взял побольше кубков. А что дают эти монеты? Смотри, вот у меня одна энергия. У нас увеличивается ХП, урон, и чем больше таких монет, тем сильнее ты становишься. Понял. Смотри, я вот тут сейчас стену сломаю, и мы вот тут можем проходить. Давай, брат, брат, вы мне напетляли, что делать, тикай с села. Брат, отходи, у тебя мало хп, ты куда их пушишь, ты гонишь? Ты можешь 15 секунд, убегай, убегай, бери эту банку и убегай. Хотя стой тут. Стоять тут просто ждать их? Жди меня, я сейчас появлюсь через 6 секунд. А, я думал, тебя навсегда замочили, не? А что за дичь, а как понять, что мы выиграли? Типа командный бой? Надо двоих убить, только потом команда умирает. А, понял, брат, я влетаю, родной, на. Я минус 2 дал! Живи, прошу, живи! Прошу, холодичек, живи! Нет! Холодик, текай! Ну...
Мы выиграли? Конечно. А что так легко, брат, мы скоро яйца откроем, не? А? Ну, братан, ты с лучшим игроком Brawl Stars играешь. Не, ну а без рофла, как ты оценишь свои навыки по шкале минус 5 до 0? На сколько ты играешь? Минус 6. Смотри, мне дали редкий! Мне дали какой-то редкий! Я какую-то звезду кручу! Ну это самый худший, который могли дать. А ну, подожди, сверхредкий, смотри! Это Хара дали кого-то! А что мне дали? Брат! Сколько наград! Поехали. Ну что, ребята, вы готовы? Холодик, скажи, не только надо готова ломать кабиной. Два сундука сразу, какая халява! Да, лутаем. А если подбираешь эту энергию, то она делится на двоих или только тебе дается? Да, на двоих. Мы на команду работаем. Ты посмотри, какая здоровая машина, я уже еле влезаю в камеру. Давай, чело справа! Лежать! Пожалуйста. Да куда разобраться? Он какой-то киберспортсмен. Забрал 6 кубков у нас. Хорош, да ты не прощаешь. Тебе нет равных. Брат, я мой сломаю кабину за Холдика! Медведя забрал, все, Настя. Опять мы выигрываем? Да не гони. Конечно, да когда мы проигрывать будем? Ты посмотри, 9 энергии. Ничего ты прыгаешь. Ребят, 9 энергии. Так, все, поехали. Вот, брат, остался один. Я до стычки вынес. Все, я накрыл их просто. Все, ну... А что такие изи? Потому что работают профессионалы. Подожди, то есть я за сегодня ни разу не проиграл? Ни разу. И не проиграешь ни разу. Смотри, мне звезду дают. А что звезда? Давай, открывай звезду. Сюда на базу. Редкий, так. Куда нажимать? Он может превратиться до легендарного, давай. Редкий, пожалуйста. Ну блин, кидала! Заскамили. Так, и мы получаем 50 монет. Это плевок мне между глаз! Чё так мало? А давай на Шелли кто кого. Короче, братва, я взял одноглазую Шелли. И прямо сейчас мы идем обратно в бой. Что понимали, мужики? Мы пока же играем, 0 поражений. 0! Единственный вопрос, это точно реальные игроки? Ну типа, ну они что, насколько слабо играют? Нет, это просто ты настолько сильно играешь. Ну погнали, вынесем кабины. Ребята, Шелли это самый сильный персонаж, сказал Холдик, правильно? Сюда. Так, забираем баночки. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, иди на мясо, короче. В развед. Не-не-не. Я жить хочу. Справа заруба. О, давай я тебе тут тропинку сломал. Все, проходи сквозь стены. Давай. Ох, ты ломаешь стены. Что это за дичь? Можно подобрать это? Давай вот так, хоп, сломали. Брат, сверху, я вписываю зарубу. Блин, меня замочили на секунду. Живи. Ай, меня убили с двух ракет. Но мы топ-2 взяли, Не понял, Холдик, это что такое? Давай я буду брать обратно того персонажа, которым я играл. Вообще имба. Вот этот, что в кулач не бой шел. Как его? Эль Прима, бери Эль Прима, погнали. Братан, ну погнали. Тупо вынесемся, тупо сломаем кабины. Как говорил мой дед, я твой дед. Погнали. Давай этого чела зажмем тупо. Сюда, пыль! Куда бежать? Ого, я еле выжил. Холдик, на тебя вся надежда. На меня не рассчитывай, мне габелла. Да я убил. убил, братан. Давай. Давай, сундук надо сломать. Смотри, вот этого чела. Давай, залетай в это мясо и делай грязь. Вылетаю! Делаю грязюку! Я слился. Ладно, я попробую. Не надо! Не убегай! Нет! Мы опять слились! Да не слились, мы топ-3 взяли. Ха, да это слив, это всего 5 команд. Хол, держись рядом со мной, я тебя прикрою, если нужна будет помощь. Хорошо, бро. О, сундук! Брат, если будет проблема, решай. Оп! Подобрал энергию. Какой-то чел на меня нападает! Сюда, пыль! Помоги, что делать? Давай, добей! Ну как? Колдик, ты же жесткий кибер, как мы слились с этим ботом? А там сильный персонаж был, я тебе говорил, помнишь, возьми его тоже. Нафиг ты взял Эль Приму, бери это говно. Ну давай. Возьми самого сильного персонажа, Эдгара. Ну он реально, ну нормалек махается. Ну ты же видел, как он тебе только что нагуркал кабину. Не, ну без шуток, пацаны, это хэштег неуважение. Я позвал величайшего игрока всех времен народа, и нам все равно дали в рот. Давай я тебе еще один дам секретик, только никому не рассказывай. Давай. Блин, все, забей. Как думаешь, челы в шоке, когда они сейчас нападут? Челы в шоке, когда увидят сейчас Кента ПК в Brawl Stars. Ого, слышишь, я уже кого-то вынес, или это не я? О, подбирай энергию, справа энергии, смотри, бей эту. Да я не знаю, что делать, тут габелла. Все, брат, меня замочили. Сейчас я разберусь, вот это, да, с ней разобраться? Да. 3 энергии, аккуратно. Успокойся сейчас. Ой. Покажи, на что ты способен, покажи, чему тебя научил Арткул. Я сдох, резайся быстрее и убегай! Убегай, ульта есть? Так какая ульта? Не, вообще ульта, есть ульта. Ультой за стенку, убегай за стенку, влево! Ульту! А, ты умер. Трэш.
Так, все, ты хочешь, чтобы мы собрались и выиграли топ-1, да? Ну давай, да, возьми какой-то нормальный персонаж, муж. Ты готов? Брат, ну посмотри на мой палец и как думаешь, я готов или нет? Если сейчас не возьмем топ-1, я удаляю Бравл Старс. Слушай, ты мне уже обещал инвентарь свой продать. Слушай, у меня 5 инвентарей, ну что, как будто есть вин, не? Братан, залетай вот сюда залетай. Сюда, боты! А ко мне к нему подойти, ко мне к нему подойти. Он к мне убегает. Прыгнул на чело! Я минус 2 сделал, у меня 9 энергий. Все, мы остались один на один с типами. Все, становимся в центр и ждем их на честный бой. А что делать, если чел от меня тупо убегают? Смотри сюда. Давай. Ого, какой ты сломал. Это ульта. Со мной лучше не шутить. Да, поехали, иди сюда. Да куда? Я у мамы один. Не хочу. Давай. Где второй? Где эта перхоть? Иди в те кусты. Снизу. Запрыгивай на него. Прыгаю сюда! Ого, я его в соло замочил, прикинь. Да тебя нереально убить, я же говорю, это самый сильный перс. Вот, держи на заметку. Братик, ну нормально мы его раскидали. Ну все, как и положено. Мне опять дали суперселл, смотри. Давай, так. Сверхредкий! Вот это сейчас есть шанс, что у тебя будет эпик. Сверхредкий! И? Эпик! Эпик! Это имба? И еще раз нажмем. Эпический, давай. Ну, и что тебе падает? Очки силы. Ну, как будто такое, да? Ну что, сильные очки, нормально. Мне дали, смотри, захват кристаллов, это что? Это новый режим. Их дают не всем, только избранным. Ой, спасибо, я избранный? И Battle Pass, смотри, да ты что? Ой, сейчас скоро Джесси выбьешь, нифига себе. Слушай, нормально. Ребята, ну что, мы решили с холодником поднять шары. И будем играть Бро-бол. Ты готов? Сейчас надо подумать, какого персика взять. А у меня нормальный персонаж вот этот мой? Эдгар вообще не прощает, поехали. Так, ну что, мужики, погнали! Стоп, как забить гол? У меня мяч! Я бью! Я ударил! Уже мяч у их ворот! Добей! Холдик, можешь добить? Конечно, могу. Добивай! На меня прыгнул Эль Прима, братан! Но Эль Прима — это самый жесткий перс. Ребята, бежим играть в футбол. Холдик говорил, что мастер спорта по футболу. Есть немного. Так, тихонько. Так. А ну-ка. Удар! На! Забрали! Давай! Ворота! Гол! Мы забили! Конечно! Не, слушай, не... Я прыгаю! Смотри, мы их сейчас тупо в толпу! Давай, забивай просто сюда, вот туда! Давай, ломаю тебе ворота, просто забивай! Да, бью! А, не долетел! Не долетел! Все! Найс, капец! Слушай, ну с тобой можно в киберспорт. Может, команду с Орегаем какую-то на турик поедем? Вот, подожди, брат, то есть мы уже выиграли, сломали всем кабины? Все, изи вин! Конечно, изи вин, а ты думал, что... Посмотри на этого мужчину. У меня серия побед тупо. Слушай, ну, я думаю, уже можно следующий видос записывать. Создал свою команду, едем в этом году на чемпионат. Так, мужики, я, малюха, поиграл, и вы посмотрите, что я получил. Мне какие-то тут награды предложили. Так, 350 очков на Джесси забираем. Ого, имба! Я разблокировал нового персонажа, прикиньте, вот этот приколяс. Еще один Пока! Ничего, тут персонажей-то разблокировал. Ох, ребят, походу это будет очень весело. Так, что? Джеки разблокировал? Обалдеть! Вы посмотрите, как много всяких наград я получаю. Как же по кайфу играть в Бравл. Также у меня открылся бой с боссом, прикиньте. Так, и тут получаем звезду. О! Давайте откроем, посмотрим, что же мне выпадет-то в итоге. Редкий, и еще сверхредкий. А, очки силы для любого бойца. Ну, спасибо большое, конечно. Ну, блин, как будто кидало какое-то. Так, ребят, короче, смотрите. Холдик меня сейчас ставил одного и говорит: кентуха, покажи, на что ты способен. У меня уже 350 кубка. То есть, ребята, понимаете, это серьезный показатель. И тут уже, ну, так сказать, я начинаю играть максимально по-взрослому. Ох, мужики, пожелайте мне удачи. Сейчас я покажу, как я просто играю в соло без Холдика, без моего учителя. Так, пацаны, смотрите, вот тут, видите, слева чел. Ну все, считайте его нет. Эй, братан, братанчик, а ну иди сюда. Ультанул. Просто раскидали малыша. Так, ну что же, осталось 4 бойца и вперед всем чистить кабины. Я даже не ждал, что Бравл Квас мне может понравиться. Ну, точнее, Бравл Старс. О, братик, у тебя 10, вы видели? С него выпало 10 кристаллов, но почему-то у меня всего лишь показывает циферку 7. Так, осталось 2 бойца. Братанчик, ну, что тебе могу сказать? Здорово, братан! Я проиграл! Мать моя женщина, я не знаю, как его проиграл. Там было нереально, но, походу, у него персонаж был максимально сильный. Так, и что же мы получили? Давайте посмотрим. Мы апнули новый уровень персонажа. О, 450 еще очков на Джеки. Обалдеть.
Класс, вы посмотрите, сколько у меня новых персонажей. Смотрите, Перли. Вот этот чел мне понравился, прикольный, да? Или Брок, кто лучше? Давайте Брок, потому что Холдик играл за Брока, я думаю, это нормальный чел. Короче, братва, если вы наберете много лайков, то следующее видео будет по яйцам. Я знаю то, что вы их любите. Ребята, лайк, кто любит яйца. О, мне дали 1000 монеток, имба, еще прокачаем нашего любимого Эдгара. Сюда, братик, прокачиваю. Слушайте, ну прям все, пацаны, ну я говорю, мне кажется, теперь меня вообще никто не замочит. Сейчас я забираю призы суперстартом. 10. Смотрите, что выпало! 500 монет, ну вот такое себе. Обалдеть, ребята, как же это круто! Мне какие-то подарки дарят. Ха-ха! Я даже ничего для них не делал. 10 подарков. Так, удвоитель опыта. О, от души. Так, что мне там еще выпадает? Опять удвоитель опыта. И все. О, новый персонаж! Вау, какая же это имба! Вы посмотрите, сколько все получил. 6 яиц на халяву! Яйца сюда! Так, братва, бьем яйцо. И что же не падает? Так, кто, как думаете? Мутация, бас! Это имба или нет? Надеюсь, это имба. Так, открываем дальше яйцо. Смотрим, чем мне там еще интересное падает. Ребята, даже не ждал, насколько это круто. Мутация, Брок, обалдеть! А вы, пожалуйста, прямо сейчас напишите в комментариях, это имба или нет. Так, дальше мутация еще какая-то. Эпическая, эпическая, смотрите! Сейчас очень жестко, сейчас может что-то другое может выпасть. Эль Прима! Ха-ха, братан! 50, блин, говно, блин, нет, такое себе. Так, ребят, давайте, хочу. Мутация Нит. О, кстати, Нита я люблю играть. Ниту я прям люблю. Так, еще какой-то подарок получаю. Сколько мне дали подарков? Так, братва, а давайте-ка мы прямо эту секунду купим яйца! Так, ну что, покупаем. Так, покупаем 6 яиц. Ха-ха! Так, мужики, сверхредкий! Мутация Шелли! Обалдеть! Как же это круто! Легендарный! Легендарное что-то выпало! Легендарное! И мне выпал новый скин! Розовый рейнджер! Да! Я не знаю, что это такое, но походу это очень дорого. Отвечаю вам. Вау, ребята, как же это круто. Так, открываем дальше. Ну тут такое себе, тут ничего интересного. Так, а что это? Эпический блинги? Ну, блин, я тоже сверхредкий эпический. Ну, эпический. Это что такое? Я не знаю, чуть-чуть какая-то дичь упадает, ребята, их яйца подкрывал. Короче, мужики, давайте так. Если вам нравится открытие яиц, то прямо эту секунду прожимай лайк, подписывайся. И я туда сниму вторую часть, там я открою на большую сумму доната все эти яйца, мужики. Ну что же, мои уважаемые подписчики, в принципе, на этом все. Если мы набираем 8000 лайков, если мы набираем 8000 лайков, то Холдик разыгрывает 10000 евро. Блин, ну меня в этом видосе развели на все, что можно, ребят. Ладно, ребятки, обязательно прожимайте лайкусик, если вам понравилось подобное видео. Подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха и повелитель Бравл Старса, король Бравл Старса, самый крупный игрок. Человек, которого знают все. Он создал Бравл Старс. Ну не потому, что жирный, а просто, да. Все, братва, всем пока. Пока.